Nie, ona podniosła pięć minut. Pójdź tu, rozmawiam. Сзади нас замгубернатор Евгений Люнин стоит. Мне бы с ним, конечно, так хотелось бы пару слов перекинуться. А зачем? Он курирует блок АПК. Он владелец фирмы «Бармино», «Сельхоз». Да. И мне бы хотелось, чтобы он меня на, по контракту, по договору, по субъективу взял. О, это нам. Давайте, давайте. И вот профессор Лобачевский. Гений Форекс. Может, сюда положить? Скромный до невозможности. Но очень умный. Рекомендую. Погодите, не пейте. Пойдемте с ним. За сельское хозяйство. Пойдемте, вставайте. Куда мне, Василий? Это удобно. Губернатор уехал. Нет, я другой стороны. Я вижу ситуацию очень сложную. Нет, я другой хочу сказать. Да. Ты ходишь в Иванов? Дал тебе какую-то работу, Нет, по совместительству. Пресс. А чем мне фирма занимается? Бармино, мясо производит. Возьмите рюмку, пошлите. Сейчас мы. Ну я вас уверяю, это дельная вещь, я сейчас говорю. Да, понимаю, это другое. Ну, каким. Мне туда никак не влезть, я просто думаю. Влезть. А как? Сейчас мы представимся. Он скажет, присылай мне через помощник. Я знаю, помощник. Пусть он это скажет, и я потом передам через помощника. Нет, а что мы таким образом? Мы продолжаем. Чеченская земля подарила отечественной литературе немало ярких имен. Самым знаменитым на Чеченской земле литературным местом остается Большое Болтино, учебное святое великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. На Нижегородской земле немало мест описано в русской литературе. Загадочное озеро Сыфлоед в семь столетий хранит легенду о невидимом граде Ките, который ушел в глубину не желая подчиниться заказчику. Другой замечательный вид находится в самом Нижнем Новгороде, это Печерский монастырь. Здесь в 1377 году была создана Лаврентийская летопись, древнейшая из дошедших до нас русских летописей. В середине 19 века в Нижнем жил и работал друг Пушкина, врач и литератор, поэт, ученый Владимир Иванович. Здесь он закончил составление сборника «Пословиц русского народа 30 тысяч сбелых плодоносных зерен вечной народной мудрости». Работал над словарем живого великого русского языка, к которому все мы обращаемся по сей день. Приготовьтесь, возьмите рюмку. Но мы продолжаем. Более чем за четверть века следующий коллектив объехал полмира, прибывая ансамбля «Народная музыка», классика и эстрадные произведения. «Русская калитка», визитная карточка ансамбля. Эту музыку 6 солистов Нижегородского сувенира исполняют по всему миру. В Финляндии, Китае, Таиланде, Испании, Малайзии. Руководитель ансамбля Игорь Каралов. Итак, дамы и господа, для всех вас на этой сцене ансамбль «Нижегородский сувенир». Встречайте! Давайте.
не поет никто. Ha ha ha.
на той стороне стоит, никто его не бьет. Главное на пиццу. Вызывает цифры, что там кажется, опять занимается научным изыскательством деятельностью. Да, это одно. Причем КПД эти книги порядка 10-15%. Не открывайте. А, да, откройте, в принципе. Открыли. Спасибо. Спасибо. А, нет, пока не надо, профессор. Вы будете? Я пока есть, спасибо. Да. Спасибо, спасибо. Родина вас не забывает. Вот. Я просто говорил о сне. Нет, а я считаю как? Нам нужно поднимать действительно АПК, а то из наработок вы ПК, мы не пойдемся, вот в чем вопрос. Нет, я согласен, что там делается. Другое дело, что 90% людей, которые сидят, работают в этих НИИ, типа нет, типа не из. Может не 90-80%, это балласт. Просто балласт. Нам нужны наработки. Поклопать, поклопать. Особенно нужно сэкономить энергию на весеннее посевное, осеннее уборочную кампанию. Вот, смотрите, весь кончился. Живой звук. Все, вот даже говорится, вот нам хотел, что пока, да?
вот надо поддерживать, а дает он себе, понимаете? Пусть он вкладывает все по назначению, но к нему не прицепится, но дает по себе, вообще относится. Получится, так получится, не получится, так не получится. Он ничего не теряет. То есть он перед законом чистый. Но... как мне сказать? Но дают ему, то есть он берет себе. Нет, он собственный продукт. Нет, я понимаю, но как бы он, кто у него покупает его продукт? Ну, по сути, да, это область нужна, конечно. То есть область заинтересована, чтобы больше... Другое дело, что он покупает по той цене, по которой он... Но, с другой стороны, область заинтересована, чтобы и фермер с ним поддержать. А вот не фермер, он сельхоз олигарх, он вообще опасен. То есть, вот, а государство все равно...
Гаилов подходит к толпу. Знаешь, как все так есть. Ну, давайте. Давайте, как дивизии, комбо, социалисты. Как вы определили? Как вы сосали на дне рядового крова? Какого-то такого.